Давай просыпайся, нам надо ехать. Ох, сегодня и денек. Будет жарко. Фух. Хорошо? Нормально, все хорошо. В лесу нравится ходить? Да, в лесу обалденно. Лена, да? Давай. Еще, еще, еще. Фух, ребята. Хорошо, ребята, покушали. Вот так вот. Еще он. Короче, ребята, как всегда, мы любовались. Оказалось, что последний автобус к нашему кемпингу через 10 минут. И мы с горы, чтобы вы понимали, летим. Просто летим. Ну что, доброе утро. Ужас. Первый опыт. Не, ну ты храпела. Это что, что? Ты храпела, это хорошо. Ой, блин, да, два часа. Жесть. Я вообще почти не спал. Идем, покажу, там так красиво. Сейчас пойдем. Сейчас я переоденусь, пойдем. Да, давай. Ой, как тут красиво. Красота. Сегодня туман. Сейчас будем просыпаться уже окончательно и собираться. Так, я уже умылся, сходил в туалет, Лена тоже. Я когда уходил, говорю, начинаю готовить завтрак. Она говорит, да-да, сейчас. Забралась обратно в берлогу. Давай просыпайся, нам надо ехать. Идти точнее. А все там сзади еще красота, да? А, озеро красивое. Уже лагерь по чуть-чуть просыпается. Опять включила? Вот так вот быстро сварила. Костя холодбок собрал еще. Так, ну мы уже готовим завтрак, наконец-таки, вот тут все наши приспособы. Я в вечернем платье. Так, на завтрак у нас сегодня 3 яичка кипят, колбаска, бутерброды, кофеечек, там еще сладости есть. Так что процесс идет, да, Ленчик? Все, солнышко уже вышло из забора. Мы садимся завтракать. 8 утра здесь рассвет, прикинь. 8 утра. Не рассвет, а солнце из-за горы, из-за той горы, да. Вот такая вот красота. Солнечная рыбка. Ой, плещется тут. Ой, там солнышко. И вот наш завтрак. Ну, слушай, это не дело. Давай свою подушку под попу. Завтрак готов. Не говори в кадр, пожалуйста. Извини, пожалуйста, извините. Все, будем завтракать. Милка вот у нас тут. Такая вот у нас красота на завтрак. Так, ну что же, мы уже собрались. Идти покорять самую высокую точку земли Баден-Вюртемберг. Фельдберг. Гора Фельдберг. Идти нам до нее 17 километров, и там туда-сюда 2-3 километра, может 5. Посмотрим по состоянию. Подъем высоты где-то километра полтора, может чуть меньше. Вот мы собрали рюкзачочки наши. Вот озеро уже такое. Сейчас будем выдвигаться. На часах 9:30. Собирались в 8 утра выйти. Ну, как обычно, в общем-то. Все, поехали. Ох, сегодня и денек. Будет жарко. Мы остановились вот здесь, в этом кемпинге. Называется он Вайерхоф. Прекрасный кемпинг на берегу озера под названием Титизе. Да, сейчас мы вышли с кемпинга, уже тяжело. В горочку поднялись. Ага, у меня рюкзак весит 7 кг. У меня 5. Я не знаю, что там, но почему-то так. На один день просто идем 20 км план. Да,
Ну, взяли все самое необходимое, да. Мало ли чего. Да. Тут погода может и поменяться, хотя навряд ли. Ну ладно. Мы идем. Мы идем, да, выйдем на связь, как уже зайдем куда-то на в природу. Интересное место. Да, с дороги сойдем и пойдем. Прошли километр. Мы, как всегда, в самую лучшую погоду идем. Уже начинаем подниматься по чуть-чуть. Вот такой вот вид. Красота. Идти нам вот туда сейчас. Наверх. Фух. Хорошо. Я слышала, выбрал самый тяжелый маршрут. Нас тут встретил заборчик. В самом начале. Лезть через него не будем, потому что там вот есть маленький проходик и тропинка. Поэтому движемся дальше. Тяжелый, потому что столько идти. Именно. Пролезь бы мне. О, дай. Пролез? Все, давай, давай. Есть? Пауэрбанк, все там на месте. Все. Отлично. Ой, тут красота. Вот так вот тут. Елочки. Лепешечки. И смотри, палками лепешечки внизу. Замечательно. Там вот водичка течет. Да, ну, сейчас выйдем там. Нормально. Красота, моя любовь идет со мной. И в горе, и в радости. Как обещала, блин. Да, отлично. Так, мы уже выходим. Вот заборчик такой же, тоже проход, но там боимся, что не пройдем с рюкзаками. Давай сюда. Рюкзак за ручку просто. Ты моя рыба. На, обдевай обратно. Можно было не снимать. Ты худышка. Конечно. Ты меня гоняешь по всем. А вот там вот коровки пасутся. Вот там. Можно сказать, альпийская коровка, да? Ну. Но не ты, не ты, не ты. Ну не я. Вон там сзади. Пасутся красотки. Шлем в лес, дорога. Как у тебя настроение? Нормально, все хорошо. В лесу нравится ходить? Да, в лесу обалденно. Прохладно, воздух. Вообще просто кайф. Ну, такая вот как степка Довбуша, блядь, практически. Так, ну мы шли-шли, как обычно, наткнулись на что-то интересненькое, сейчас покажу. Вот там, если видно, маленькая змея. Вот. Она не боится. Она не боится, но и не ходит, да? Да, она на солнышке себя кайфует. Подружка, ну она поела, кстати, как-то. Угу. Красота. Блестит. Да. Мы заметили тебя. Ага. Главное, чтобы тут сейчас анаконда не какая-то. Мать ее, мать. Да. Так, движемся далее. Через час первая остановка. Тут внизу дорога. Вышли уже из лесу. Вот оттуда мы пришли. Тут уже дорога спустились. И такой вот, смотрите, дом с интересной крышей. Она как прогнулась уже или что. Как волна пошла, да, старенький дом такой. Вон там вот поезд, смотри, там вверху поезд едет. Так, ну мы сошли с дороги. А вот и водопадик. Небольшой. Немного.
Так, Ленка. Да. Уже видно нашу цель. Да, но она так далеко. Она так далеко. Вот там вот. Это просто как. Фельдберг, там вот башня. Видно. Где? О, вот там. Еще чуть-чуть. Так, ну что же, мы уже какую-то высоту набираем. До Фельдберга далеко, конечно. Но тут все рядом стоящие вершины. 1000, 1300. 1200, 1400. Вот. В любом случае вверх, но чувствую, скоро уже будет вниз. Идем уже где-то минут 30. Останавливались чуть-чуть. Попили водички. Идем дальше. Продолжаем встречать лесных жителей. Ну, не убегай. Дай тебя заснять. Жабка. Боже, какая смешная. Мелкая такая. Мелкая. Чвань-чвань-чвань. Чвань-чвань-чвань. Рыжая, ядовитая. Да, конечно, тропическая. Так, ну мы уже прошли прямую, спустились. О, все ближе и ближе. Тут такой вид раскрылся. Ребята, надо срочно ставить лайки и подписываться. В следующем году будет еще больше видов. Да, зайка? Обещаешь? Прочувствовали. Да, вайп. Красота. Тут вайб вообще сумасшедший. Движем далее. Опа-ля. Не знаю, видно, не видно. Мы тут поднимались только что вверх. Немножечко подустали, решили отдохнуть. Вон там, кстати, тоже. Дальше вверх идем. Вот Ленка присела, сняли рюкзаки, кушаем бананы. В общем-то, одним бананом не обошлось. Так, ну что, поехали. Лена, давай. Еще чуть-чуть. Вот такая сказка. Фух, ребята. Фух. Мы вроде уже так нормально поднялись. Вот указатели. Нам чуть-чуть осталось. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Чуть-чуть перекусили, и Ленка злая, кушать хочет уже. Да. Ну что, мы уже близки. Вот сейчас посмотрим маленький водопадик. И идем на Фельдзи. И там уже пообедаем плотненько. Так, ну вот он, водопад. Сейчас не полноводье. Но все равно, и не полнолуние. Все равно прикольный. Ага. Класс. Прохладненько. Водичка туда уходит. Красота! О! Вот тут вот. Туды. Сюды. Ладно. Идем дальше, да, зайка? Какие ты, говоришь, я маршруты прокладываю за? Да? Для старичков? Для опытных самок и самцов. Так, нам сейчас линкс. Посмотрел на нас. Вот тут деда. Ну, мы такие опытные. Ленка, как всегда, вырвалась вперед. Что там? Что там? Что там? Красиво? И не говори. Да? Вау! Вот оно, какое озеро.
Супер. Супер. Красота. Идем туда, там лучший вид, я думаю. Красота. Фальзи, ребята. Вдалеке там мостики. Наслаждайтесь красотой, пока мы показываем. Лучше приезжайте и сами это все ощущайте. Да, тут кайф, конечно. Фух, тучки мне не нравятся, ну ничего. Как тебе, нравится, Зоя? Да, очень. Да. Плечи болят. Ну что, будем готовить обед? Да. Ну, погнали. Да. Ну что, пришло время обеда. Так, что у нас есть поесть? У нас есть вот такие вот харчи. Сублимированные. Производство Украина. Сублимат. 100%. Так, паста с копченою куркою та грибами в соусі бешамель. О, боже. О? Яке смачна, так. Яка смачна назва. Да. Далі. У нас є картопля зі свининою та овочами. Боже, яка? У нас є вкуснота. Паста зі свининою та... А, просто паста зі свининою. Я предлагаю съесть вот эти по одной, вот эти. Попробувати. Угу. А тот оставить на потом. Мне все равно, ты повар, готовь. Еще кофе есть у нас. Сейчас все будет. Да, вот кофе у нас вот в таких вот дрифт-пакетах. А этот подарочек был у нас душек. Сухой душек. Поехали. Так, ну, на запах пахнет свининой. Тут пахнет тоже свининой. Вот так вот выглядит паста. Вот так вот выглядит картопля за свининой. Пюре. Сейчас будем заливать. Пасту надо залить 200 мл воды, а картоплю 350. Потом закрыть и все. Чуть-чуть. Ля-ляль, чуть-чуть, жижи-ку-ку. Все это на фоне. Все, водичка закипела, выключаем и заливаем 200 сюда. Сколько там было? 600. Еще чуть-чуть, да? Угу, вот так вот. И остальное сюда, да, получается? Угу. Не остальное, 350, 350 миллилитров должно остаться. Вот так, да, примерно остаться должно. Примерно, да. Так, тебе надо перемешать. Ух, там какая-то. Надо еще, наверное, до воды. Картошку, да. Никогда не доверяй производителю, да? Хотя... Фиг его знает. Там еще что-то слышно. Да. Еще добавить крыму наш? Угу. Думаю, да. Не переборщить. Надо же. Ну, оно будет чуть-чуть жиже, чем должно быть. Ну, это как пюре, я так понимаю, правильно? Ну да, ну, картошка. Ничего не должно быть. Мне кажется, еще чуть-чуть надо. Нет? Да не уже там. Нормально. Давай вермишель помешай. Картошечка прям. Да. Угу. Закрываем. Вермишельку. А с вермишелькой попроще.
вермишелькой, как с мивиной. Что, добавить воды или нет? Добавляй. Или нормально, покажи. Смотри. Мне кажется, не надо. Не, нормально, да, здесь нормально. Ну, чуть-чуть. Все, на 10 минут, да, засекаем. Время пошло. Наслаждаемся видом. Да. Ленчик тут устроила фотосессию. Пакетиком. С едой нашей. Уже кушать-то хочется. Блин, я не могу насладиться этой красотой, ребята. Надо ставить срочно лайки и подписываться на джойстиков. На джойстике уходит в отрыв. Замерзла? Нет, не замерзла, а просто ты заставила меня снять футболку мокрую. Так одень кофточку, знаешь, как будет классно тебе, поверь. Хочу. Ну что, Ленчик, что скажешь? Будем пробовать. Давай, пробуй. Паста. Твои ощущения? Очень вкусно. Да? Да. Она как будто бы только что сварена. Очень. Да? Мягенькая лапшичка. А какой вид вкусная. На заднем фоне. Ага. Да, огонь. Сейчас я буду пробовать картошку. Давай. Итак, Денчик. А ты перевернула на той стороне. А, да? Окей. Так. Картошка, видите, какая белая, чистая, изумруд. Какая пюрешка. Маленькие кусочки свинины чувствуются, и лучок хрустит. Ну, не знаю. Я первый раз ем такую пищу. Ну, как обычное, ну, как такое необычное пюре. С мелким, знаешь, как со шкварочками. Класс. Обедаем. Приятного. Да. Так, Ленчик делает кофе. Так, да. А ее надо что? Обрезать? Так. И вот так на чашечку, да? Да. Ага, так у нас такая чашечка, что... Ого! Ну, нормально, что? Ну что, пробуешь кофе? С добавлением сливок. Ты у нас кофеман, не я. Да. У него очень необычный вкус какой-то. Мне вообще он отдает сладеньким чем-то. Может, это кофе, знаешь, как нутеллой какой-то. В какашках, которые там. Какой-то нутеллой отдает. Я не знаю, почему. Понятно. Ну ладно. Но вкусно, вкусно. Хорошо, ребята, покушали, выпили кофейку, и уже хочется подняться выше. Покидаем этот вид. Да. И идем дальше. Идем дальше на гору, вон туда, Фельдберг, там вот людишки ходят. Да. Вот так вот змейка, щу-щу-щу-щу-щу, и так 2500 метров. Так, ну мы продолжаем свое вещание. У нас еще куча сил, энергии. После обеда вообще шикардос. Вот. Поднимаемся вверх. Вот такая вот тропа, вот она. Туда вниз. Туда вверх. Красота, лес. Чуть-чуть свежо. Ой, хорошо, хорошо сегодня. Прям как никогда. Уже увидимся, давайте, на горе. Ну, конечно, если ничего не будет интересного по пути. Погнали. Да? Ты иди? Тебе будет виднее. Ну, окей.
Конечно. Окей, тут такие вот камни, мамни, скальные. Ничего страшного тут нет. Ну, в хорошей обуви. Опа. Чего ты? Давай тут спускайся. Смерека. Пошла вперед. Да это же другое дело. Я не знаю, как спускаться, но подниматься. А мне вот наоборот нравится. Ребята, да подожди. Дай высказаться. Ребята, просто по неопытности не надо набивать рюкзаки всем, ничем не нужно. Например? Например, не знаю, две куртки, не одна куртка, дождевик, то все. Не, ну это все на самом-то деле нужно. Да, люди здесь отдыхают, да, они легенькими рюкзачками ходят, это мы на целый день. И прошли мы уже, думаю, километров 15, да, в горы, это, ну, достаточно. Вверх-вниз, да, сейчас чуть-чуть уже отдохнули, нам осталось буквально, я не знаю, километр, может, чуть меньше. Надо вершина, а там еще посмотрим. Все, обняли. Так, уже пошла тропинка с маленькими камушками, как Ленка не любит. Вот это я не люблю. А я большие не люблю, я боюсь, что я все время оступлюсь и вниз покачусь. О, все время на стреме. Сейчас мне полегче. Я понял. Я задыхался от больших камней. Идем дальше. На гору Фельдберг. Баден-Вюртемберг, Германия. Хохшварцвальд. Фу, кайн-динг. Погнали. А вон, смотри там. Гипфель. Ага, о, канатку, так вы пришли. Ну, практически пришли. Капец. Почти. Так это было легко. О, наш гриф. Куда она сказала? Рекс? Ну, конечно, куда. Нет, это мы еще не пришли. Ну, конечно, нам еще выше, не пришли. Нам еще по солнцу сейчас шпарить. Ну, мы можем на канатку сесть. Чего? Пойдем, узнаем, сколько стоит. А чего нет? Не знаю. Кайфануть-то можно? Да. Ну да, чего нет? Ну, ой, ну и пошли. Ну, думаю, что она супер дорогая. Предложение такое придумал. Да. Тут канатная дорога. Замечательно. Идет вот туда, вот, на самый верх. Красота. Так, в общем, решили попытать счастье на канатке. Лена, как ты думаешь, сколько она стоит? 5 евро человека. Так, я думаю, 8. Сейчас узнаем, кто выиграл. Да? Окей, сейчас узнаем. Ленка, так что, сколько стоит? 12 евро с человека. Это если у вас нет гостевой карты вот этого отеля. А так с гостевой картой я не знаю. Ну, как бы я посчитала, что это дорого. Идти туда еще 1 километр. И мы планировали его пройти. Вот так вот. Да, мы планировали. Его пройти, поэтому мы решили сэкономить и купить на эти бабки лотерейных билетов. Да, это 3 миллиона. Ладно, движемся вверх. Вот туда. Что, легко тебе? Да. А, ребята, значит, мы вот поднялись. Где-то третья часть поднялись от всего пути наверх.
Тут, короче, не подъем, а прикиньте, ступеньки. Не, а тут вот, за вот этими деревцами. Ну да, там есть тропинка. Но Лена говорит, по ступенькам будет легче. Ну, мне кажется, да. Точно? Сейчас проверим. Ступеньки закончились. Да, по ступенькам легче. А я тебе говорила. Ну тут эти камни опять начали набивать. Нормально. Нормально. Так, ну мы поднялись чуть-чуть. Вон там эта станция видна, подъемников. Уже мелкое все такое. Вот такой вот тут вид открывается. Красивейший. И вот красивейшая из видов. Фух. Так, Ленка уже убежала вперед. Я тут остановился показать вам, какие виды. Сейчас камеру разверну. Вот так вот. Щон. Просто класс. А вон там внизу озеро, где мы обедали. Вот оно. Красиво. Вот там вот кафешка. Блин, а пришли мы. Не знаю, вот там вот озеро Титизе, скорее всего. Может быть. Сейчас наверх поднимемся, в бинокль посмотрю. В общем, вот так вот. Буду идти выше. Вот сюда вот. К этим камням. Так, ну что же, друзья, мы поднялись наверх. Уже даже переоделись, потому что мокрый капец. Ветровочки классно. Тебе не холодно, точно? Блин, жаркая женщина. Не то, что я в подштанниках спал, блин, во флиске, в носках. Во флиске. Так, вот тут у нас позаду вот такая вот история. И вот тут вот красота, конечно, сзади вообще улет. Сейчас будем дальше на башню. Да, потом на метеорологическую станцию, еще в кафешку. Еще на панорамный вид Альп. Ну, если хорошая там погода, может будет видно Альпы. Пока непонятно. Вот, решили попить чаечка, чуть-чуть перекусить. Буквально 10 минут и пойдем, потому что время уже 5 часов вечера. Нам надо еще понять, на каком автобусе нам ехать и куда. Мы сейчас в кафе пойдем и там все разузнаем. Чус! Короче, ребята, как всегда, мы любовались. Оказалось, что последний автобус к нашему кемпингу через 10 минут. И мы с горы, чтобы вы понимали, летим. Просто летим, блядь. Это капец. А нам еще идти, лететь вниз. Прилично. Хоть по травке, да, нормально. Ай, далековато. А, вон ступеньки можно было бы сократить. А, нет, ты не сократишь. Летим. Короче, надеюсь, успеем. Это капец. Либо потом возвращаться обратно на такое же расстояние пешком. Жопа. Друзья, посмотрите, какой я мокрый. Я еще наверху холодно, было чуть прохладно, напялил куртку. Не успел снять ее. В общем, мы спустились вниз. Я не знаю, за 3 минуты мы спустились, да? Вниз. Поднимались где-то около часа, спустились за 3 минуты. Это капец. Ничего не забыли, я надеюсь. Мы наверху. Главное, еще 300 метров до автобусной остановки. Автобус через 4 минуты. Надеюсь, успеем. Фу. Стоит автобус? Люди стоят, отлично. Так, ну мы все-таки успели. Даже на 5 минут раньше. Стоим, ждем автобус, надеюсь, он будет. Это, кстати, не последний автобус, последний в 19:30. Что приложение неправильно показалось, я не открыл еще одну. Но это и к лучшему, что мы раньше. Потому что еще там ходить как бы нам по плану часа 4. Поэтому мы посмотрим, как мы себя будем чувствовать. Скорее всего, приедем сюда завтра на автобусе. Еще раз поднимемся. И там уже наверху полазим. Окей. Всем хорошо.
хорошего вечера. А, он едет уже и наш автобус. ТТЗ. Вот оно, красавчик. Как здорово, что мы быстренько умеем бегать. Так, ну круто, мы приехали. За 15 минут доехали. Да, вот тут мы проходили. И самое интересное, что самое классное, что автобус останавливается прям в 10 минутах от кемпинга. Так что мы сейчас через ларек. Часы сели. Должны купить, мне обещал. Ленке обещал шампусик купить. Если мы успеем на автобус, он мне обещал. Я его попросила. У меня пиво холодное, сейчас я его поставлю. В озеро пиво по стариночке. Оно охладится. Что у нас на ужин? Я колбаски, этот, те вот, которые мы должны были сегодня с собой взять. Порежу. Сырок у нас есть. Помидорки, огурчики. Сейчас нарежу закусочку. Ну, в ларьке посмотрим, что там еще есть, да? И все. И мы просто сядем себе на озерцо. Мы можем, у нас есть это, лапша. Не хочу. Хочешь так? Хочется полчаса. Ну хорошо. А я хочу именно кушать. Ну хорошо, я тебе сделаю лапшечку. Сделай. Потом я тебе сделаю, сама захочу. Ой, короче. Идем в кемпинг. Встретимся в кемпинге уже. Так, ну что, мы на месте. Фух, был такой день. Ух. Ходили целый день, да. Только приехали. Так что будем ужинать. И думаем, что завтра встретимся на том же месте, откуда мы бежали. Да, вернемся туда. Да, встретимся на Фельдберге. Ура! Снова здрасте. Да, мы, как и обещали, второй день вернулись на остановку на Фельдберг. Да, вот там позади Вершина. И сегодня мы пойдем другим маршрутом, не тем, которым вчера поднимались и спускались, бежали. Да, бежали. Вот, летели. Покажем другой, он чуть-чуть длиннее и легче. Вот, поэтому погнали выше. Получается, вот там вот мы стартовали, и вот вдоль леса вот так вот шли. Там вот подъемники. Тут вот гостиницы, прикольные балкончики. А сегодня мы идем, вот там остановка. Сегодня мы идем вот сюда, вот за Ленкой. Тут такой классный фонтан. Да. И заодно наперед идем. Погнали. Haus der Natur, Фельдберг, Шварцвальд. О, прикольно. Фельдберг Стейдж. Ага, вон там вот есть эта самая дорожка для старта. Мы можем там даже сфотографироваться. 1257 метров. Вот получается здесь такие ворота для старта. А внизу видишь даже маршрутик. Внизу, да, как по карте маршрутик. Что, сделаем фотку? Отсюда мы стартуем. Так, ну получается этот маршрут вот такой вот. По асфальтированной дорожке идешь змейкой, такой серпантинчиком легким. Легенький подъем, но Лене такое не нравится. Ей лучше круто в гору и за 10 минут. Постоянно, долго и нудно. И на солнце. Под углом, не знаю, 3, ну не знаю, 30-20 градусов. Но ты постоянно так идешь. Я это вообще не люблю такое. Ну ничего, дойдем. Стартанули мы во сколько? Примерно. Я даже не знаю, сейчас надо посмотреть. Ну, 5 минут прошло, да? Ну, где-то, да. Сейчас 12.34, ну, в 30. В 30 мы стартанули, сейчас посмотрим, за сколько мы дойдем. Так, вот так идем, мы сейчас вот туда наверх идет дорога, там ребята на великах, на обычных, навинчивают. А нам аж вон туда наверх. О, сейчас горочку будет. Так, ну мы прошли где-то половину. Вот, сейчас отдохнуть остановились. Тут такое место со скамеечкой. Да, вот. На повороте. В тенечке. Двух дорог. Да. Ну так, типа легко. Ну, типа, знаете как. В жару оно такое. Второй день. С рюкзаками. У нас рюкзаки-то не совсем легкие. Да. У нас там и чуть-чуть поесть, и чуть-чуть попить. У меня вообще питьевая система на 3 литра там. У Ленки горелочка с баллоном.
Вот, ну, в общем, такое. Ладно, движем далее. Поднялся, и она сразу присосалась ко мне. Водопийца. Ну что, бусинка, не устала? Ничего, сегодня вечером тебя костер жжет. Я тебя разожгу костер и буду петь песни на гитаре. Только я пока такой у меня, наверное, импровизированный. Да, ты знаешь, как есть хобби-хорсинг, а это нефиг делать. Пущу мелодию и буду тебя изображать. Хочешь? Ну все, давай пиши список песен. Я буду учить сейчас. Кузя! Чин-чин. Ну что, мы достигли цели? Ну нет еще. Еще нет? Нет. Еще прогуляемся. Мы сейчас полетим. Рыбу окрыляем. Полетим дальше. Так, я и Буся идем вон на ту башню. Вот туда, где она, где она? Может, переименуем канал там. Я и Буся? Я и Буся. Это очень смешно. Мы джойстики. Я и Буся. Идем на ту башню вот, по асфальтированной дорожке. Налегке. Классно, счастливый. Red Bull окрылил. Да, ну Буся правда хочет бубу. Чичи-гага. Ой, хорошо. Так, ну мы уже подошли к этой смотровой площадке уже. Сейчас еще будет туда подняться. Подняться наверх. Сейчас. Сейчас посмотрим, во-первых, сколько стоит, мы ж парни экономные, да. Поэтому я думаю, что с нее вид хороший, но ценник тоже, имеет значение, да. Вот она так выглядит вблизи. Ну, больше, чем мы увидели, ты с нее не увидишь. 100%. Поэтому... 100%. Вот. Если это не сказано, то мы приснем. Все то же самое. Вот такая смотровая площадочка. Так что, для информации, вот она, это смотровая. Вход на нее взрослые 7 евро, дети 5, да? Вроде 5. Мы решили не подниматься, это в принципе недорого, но что-то нас не особо эта тема впечатляет. Что если желаете, это летний прайс, зимний прайс, наверное, выше. Вот. Или будет подниматься цена, стоимость. Это что, лестница еще? Там лестница? Не лифт? Нет. Да, ну я по лестнице не могу. У меня колено болит, короче. Ой. А так, для кто любит такие смотровые, она невысокая, она 60 метров или 40. Девятиэтажное здание где-то примерно, чуть может меньше. Что, так, сейчас пойдем туда, где мы вчера... Оборвалась съемка. Побудем там еще минуты 5. Будем спускаться вниз, в леске где-то пообедаем. И будем двигаться домой. Буся. И я. Буся и я. Так, ну что, мы на этом месте, в котором мы вчера провели 3 минуты и побежали. Ну вот этот постамент. Вот там вот внизу озеро. Вот там вот наше озеро, где мы в кемпинге проживаем. В принципе, поход нам понравился, да, Ленок?
Сейчас мы пойдем в лесок, Ленок. И там я тебе кое-что приготовлю вкусненькое. Сколько время? 15:03. Все, надо идти, потому что у нас... А, нет, подожди, у нас 16. 17:30. Ну, еще ж какое-то время там есть. А, ну, мы посмотрим, да, посмотрим, во сколько. Угу. Может, опять будем бежать. Может, на час раньше сегодня уедем. Пошли, короче, обедать. Так, друзья, ну, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь. Мы с Кузей, Бусей. И Бусей на канале Маджостики будем вас радовать. Что сейчас покажем наш обед сегодняшний чуть-чуть, где мы там в лесу найдем место. И все, увидимся. Увидимся. Вот. Да. Кстати, я пока не забыл, хотел показать. Вот мы где находимся, да. Вчера мы, когда узнали, что был последний автобус, вот туда вот вниз бежали и добежали буквально за 5 минут. Сейчас смотрю и просто не понимаю, как мы могли так быстро аж туда, вот если там видно зеленые здания, вот там вот остановка автобусная, я чуть-чуть увеличу, вот туда. Ну, туда где-то километра около 2, плюс-минус. Как мы туда спустились быстро, я просто не понимаю. Просто мы по траве вот так быстрее, чем подъемник, да. Лена говорит, вот так вот в экстремальных ситуациях, да, за? Да, сразу это, и забываешь обо всем. Сейчас мы спускаемся еле-еле и просто, блин, как мы вчера бежали здесь, я не знаю, вот такая тут камни, но мы потом, правда, по траве побежали, что тоже не особо good. Ой, окей, идем обедать. Так, ну что, уже готовим обедик. Сегодня опять у нас на обед харчи, 100% сублимат. Что там у нас? Паста какая-то. Паста, бешамель, курочка и грибами. Сейчас будем пробовать. Поставили уже водичку. Вон там шипит. Да, видно, не видно. Вот. И вот такой у нас местяк здесь. Лес. Чистый лес. Решили сегодня в лесочке. С тропинки вышли, с дороги. Поглубже зашли в лес, да, зайка? Зайке не нравится, тут много колючек и шишки падают. Ну вот. Думаешь, что Мишка ее цап за лапу. Вот, короче, так. Так, вот такие вот 100% паста с копченой куркой, грибами, соусом, бешамель. Вот так вот там она выглядит. Конкретно куски мяска, курочки. Сухие кусочки. Класс. И надо ждать аж 20 минут. 20 минут. Ну, главное, время засекай. Водичка уже закипела, сейчас будем заливать. В общем... Шишек тут упало, мы сидим 5 минут, уже штук 15. И Денчик все-таки хочет проверить, больно это будет или нет. И он нашел самую большую шишку. И сейчас... Ага. Давай, давай, Денчик, давай. Вот видишь? Так не больно, да? А я тебе о чем говорю? Так, Ленка уже просто выпила аперитивчик. Еще больше кушать захотелось. Сидит и ждет уже. Когда же, когда же? Да. Сейчас посмотрим, сколько там таймер показывает. О, 14 секунд, Лен. 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Открываю. Пошел будильник. Давай. Покажи, что получилось. Сейчас я перемешаю. И покажу. Вау. А где эти кусочки курочки соус есть? Вот. И грибочки. Вот грибочки или курочка, не знаю. Но вот они, кусочки прям целые. Супер. Покажи вот еще крупнее. Вот это вот все. Да. Ну давай, пробуй. Думаешь, с меня начнем? Да. Птички, птички. Угу. Ну что? Курочку жую. Пересушенная курица, да? Да. Грудинка суховатая. 100%. 100% грудинка. Оно суховато. Поэтому оно и в соусе. Угу. А макарошки как? Макарошки отличные. Соус? Вкусно? Все идеально, да. Рекомендуешь? Кроме
некоторым. Курица, курица, ты жуешь так. Ну, грудинку, что ты все равно, да. Ты ее пересушишь, засушишь, угу. С нее все вышло. Но она солененькая, такая вкусная, в принципе. Да. Там где-то он, дятел тарабанит. Угу. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Нам. Погнали. Все вкусно. Харчи. Made in Ukraine. Я. Так, ну все, поели мы, поели. Выходим из лесу. Как раз нормально, одну порцию на двоих, чтобы не сильно, потому что дома нам еще предстоит сжечь костер сегодня. У нас сегодня останний день в кемпинге, завтра мы до обеда должны выехать. И едем в Таднао, такой город. Там есть лесной мост длинный над ущельем. 100 метров, да, высота. И получается водопад там какой-то есть. Сейчас мы движемся вниз, будем ждать автобус и выдвигаться в кемпинг. Я, как всегда, по традиции покупаем магнитик. Покажи мне. Ага. Вот наоборот. Опс, вот такой вот. Такого у нас еще нет. Отлично. Так, ну, в общем-то, автобус через сколько, Лен? Уже через 16 минут. Через 16 минут. Мы вот решили подойти. Тут фонтанчик есть. Что хочу сказать. Мне вот нравится, как здесь построено все. Нету никаких миллиардов отелей. Так штук 5, пару кафе. И все, и хватит. Вот такой вот фонтанчик. Все так выдержано, аккуратненько. Чистое здоровье. Нет этих всех наглостроев, все застроев и так далее и тому подобное. И наверху, на вершине тоже там ничего такого нет, если вы понимаете, что ли. Да, фонтан прям брызгает. Так хорошо тут возле него. Так что так, ребята, спасибо, что с нами. Наши 258 подписчиков. Скажи, чтобы они там что-то поставили нам. Да, подписывайтесь давайте, а то просмотры просматриваются, а подписчики не увеличиваются. И лайки, лайки, чтобы все крутилось. И лайки, лайки. Это мы снимаемся, отходим, не наслаждаемся природой, а снимаем. Да. Так да. Что, пожалуйста, уважайте чужой труд. А мы вас... будем радовать контентом. Да. Муа. Муа.